Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Поинт, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока.
Так, я думаю, вы уже поняли, что я показываю новый workflow, который заключается в редактировании волос в EditGuides поверх HairFromGuides, либо EditHair. Это удобно тем, что вы контролируете все процессы. То есть, когда мы работаем с гидами, вами управляет интерполяция. То есть, не всегда все делается так, как хочется. Но когда мы управляем волосами, ну, вы видели, я могу любой пучок выделять благодаря группам, делать новые группы и редактировать волосы как душе угодно. То есть конкретно сейчас я хочу проработать эту часть. Да, референсы, которые у нас здесь вот раз и два, они разные по типу прически. Но у меня бокового вида этого нет, поэтому я хочу сделать такой вот вид, ну примерно, да, и потом добавить к нему шума вот этого. То есть сделать однотонную прическу, то есть чтобы она была как на одном рефе. Вот. То есть сейчас задача у меня в данный момент воссоздать вот это все. Ну, не пиксель в пиксель, конечно, потому что ну, тут не такое качество крутой фотки. На будущее, конечно, буду брать референсы с 3DSK, которые со всех сторон. Тогда будет удобнее. И, ну, сами понимаете, что нужно воссоздать хоть что-то, чтобы ну, эта сцена у нас была готова. Вот, поэтому я вот работаю в EditGuides, я думаю, вы поняли, скрываю эти все моменты, то есть тщательно прорабатываю. И в большинстве случаев это удобнее, чем просто брать и гидами это все воссоздавать. То есть вы щелкаете гиды, потом назначаете клампинг, потом боретесь с интерполяцией, ну, мне кажется, быстрее даже так. То есть выделять, делать группы и, ну, недаром этот метод сделали. Вот. И постепенно прорабатывать все эти моменты, пересечения там и так далее. То есть все, в принципе, достаточно просто. Просто смотрите, тестируйте свои подходы, то есть выделения там и так далее. Вот, а я продолжаю. Я думаю, что вы также поняли, что сейчас я формирую основные клампы,
То есть без фриза, без всех вот этих хаосов. А потом уже буду с фризом работать и так далее. То есть задача по слоям сейчас воссоздать направление пучков, клампинг и потом уже работать дальше с этим. То есть править и так далее. Бывают моменты, когда вот вы видите нулевая группа, она появляется, когда мы дорисовываем какие-то гиды с помощью вот этого момента, и тогда нам нужно, ну тогда не будет она выделяться, потому что она нулевая. И я не знаю почему, вот, кстати, надо спросить у Марселя, она должна выделяться. Но так как это нулевая группа, поэтому нужно тогда выделить те гиды, те пучки, которые мы уже имеют группу, их скрыть постепенно и постепенно вывести, ну, то есть оставить эту группу и на нее уже назначить те, что ту, ну, нужную группу с помощью assign on EQ.
Так, по випам на эту неделю все. То есть следующую я уже буду заниматься, получается, как обычно, обычное расписание. Ну, я его выложу скоро на Patreon и Discord. А вот с 31 по, ну, по 4 снова випы будут. Продолжу уже делать этого персонажа. Ну, я думаю, и так понятно. То есть тут работы еще предстоит много. То есть сделать это все, подогнать там. Ну, такой вот процесс. Поэтому благодарю за просмотр. Желаю хорошего настроения. Ждите следующих випов. Это, как я и сказал, с 31 мая. Ну, то есть, опять же, буду в субботу оформлять. 5 июня. Вот. Итак, всем привет. Начинается следующая неделя по VIP Real Time Hair. Это вот у нас, да, с 31 по 3, потому что в пятницу, как вы помните, у нас будет этот, как его, фидбэк, то есть буду записывать. В общем, вот начинаю это все дело и, говорится, поехали. Поехали.